С законом на «ты» в столице Чувашии идет месячник правовых знаний. Как обучают праву школьников 62-й столичной школы, смотрите далее в сюжете. Во все времена считалось, что единственное средство сделать народ счастливым – просветить его, показать ему пользу законов, гражданских прав и свобод. О просвещении общества заботились выдающиеся ученые и философы прошлых веков. Законодательная база постоянно пополняется и совершенствуется. Знать ее – это значит чувствовать себя защищенным. Именно об этом говорили со школьниками специалисты. Помните знаменитую фразу «Незнание закона не освобождает от ответственности». Данные мероприятия нужны. Данные мероприятия направлены, как мне кажется, на снижение уровня преступности среди несовершеннолетних в большей степени. Представители комиссии по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, следственного комитета, целый десант правоохранительных органов провел со школьниками правовой ликбез. Во время беседы рассматривали различные ситуации и придумывали выходы из них. Саша один дома. Кто-то пытается ключом открыть дверь. Саша спрашивает, кто там? Последовал ответ. Сантехники. Мы проверяем отопительную систему. Мы отвечаем. У нас все нормально, нам не надо было сантехника никого. Право школьники изучают круглый год по 2 часа в неделю, а такие встречи со знатоками законов только подкрепляют знания.